Почему-то у меня выключилась камера, не могу понять. Ну вот еще раз я покажу. Вот это вот. Вот эти вот. Не совсем простые американские горки. Сюда, конечно, надо иметь определенную. Надо быть героем, чтобы туда залезть. Но еще раз повторюсь. Don't need to be a hero. Ты не должен быть героем, чтобы стать героем. Бери и делай. Когда что-то страшно, надо сказать самой себе, бери и делай. Мне тоже как бы да, жим-жим. Но я пойду. И не на таких, катали. Ай, как здорово. Вот тут внизу концертная площадка. Тут по вечерам, конечно, я сюда ни разу не приходила вечером. Надо как-то взять себя в руки и прийти сюда вечером. Тут, конечно, тут нечто невероятное творится. Во-первых, кругом музыка, кругом живая, причем музыка, ансамбли, выступления какие-то, маленькие театральные такие небольшие постановки. Обязательно лазерное шоу, не знаю, всегда ли, не всегда ли, может быть, и не каждый день. Потом фейерверки. Ну, чего тут только нет. И вот эти все сказочные персонажи, конечно, это сказка. Ну, давайте, поднимайтесь, я же вас жду. Чего застряли? Ладно, пошла-ка я, наверное, уже туда. Пошла-ка я туда. Все. Это Universal Studio. Это Orlando. Это Флорида. Пошла. Все. Я в этой шапчонке своей. Она меня, конечно, спасает очень сильно. Закрывает спинку у меня от солнышка. Потому что солнце здесь очень-очень жесткое. Если не сказать жестокое солнце. Что-то там за порчу какую-то. Итак. Пошла. Буду героем. Ай, как страшно. Иду сама. Ноги идут туда, а хотят идти назад. Сейчас дам задний ход. Не, никогда. Не дам задний ход. Итак. Поехали. Да, не могу себе представить. Такие ощущения. Я могу себе это представить. И недавно эту горку недавно построили, и она очень-очень длинная. И, наверное, она, ну, в минуту она, наверное, нервишки пощекочет. Так нужно сказать. Вот уже много желающих, но, ну, наверное, желающих посмотреть, но покататься навряд ли. Ну, вас нафиг. Катайтесь вы. Люди вот так сидят прямо на земле. Это все нормально. Это все. Так, мне надо сейчас сумку свою сдать, все вещи. Закрыть вот этот локер. Да я представляю, как я сейчас буду рада. Ладно, пошла сдаваться. Пошла сдаваться. Сейчас или никогда. Кто со мной? В конце концов, сегодня или не день победы. А победил-ка я сегодня свой штраф. Он сейчас сделал локер. А вот они, локеры. Так, я возьму сейчас с собой камеру. И пойду. Ой, у меня уже в животе. У меня уже в животе. Так, холодок какой-то. Ой, холодок, холодок. Ой. Итак. Это задняя часть этих локеров.